Получить востребованную профессию очень важно, тем более в нашем динамично развивающемся мире. Эксперты прогнозируют, свыше 20 миллионов россиян, в том числе и жителей Иркутской области, могут в ближайшие годы потерять работу. Причина – автоматизация производства. Проще говоря, живых людей заменят механизмы. По оценкам специалистов крупного российского вуза, уже к 2030 году навыки более 45% трудящихся окажутся невостребованы. Аналитики предполагают, что подвинуться придется работникам гостиничного и ресторанного бизнеса. В перспективе 73% занятых в этих сферах заменят роботами. Также автоматика оставит без дела много сотрудников, обрабатывающих производств, специалистов сельского, лесного хозяйства, розничных торговли, а также такой отрасли, как добыча полезных ископаемых. Сегодня мы решили узнать у иркутян, какие еще профессии, по их мнению, могут в скором времени стать невостребованными. Ответы горожан в нашем традиционном опросе. На каком-нибудь производстве, например, в автомобилестроении где-нибудь, на станкостроении каком-нибудь. Потому что будет полная автоматизация. Оператор такси, потому что более уже, приложений много создается, много телефонами пользуются. Маршедера, геологи, потому что я работала в этой, но они вот как-то не востребованы, здесь тем более. Бровики тоже, так и есть ударно-канатные, они, может быть, и нужны будут. Наверное, каждая профессия востребована, каждый человек в той или иной области, наверное, он важен. На производствах, я думаю, тоже. Многие рабочие профессии, допустим, шахтеры во многих странах тоже уже становится неактуально, все автоматизировано. Продавцы уйдут, потому что, грубо говоря, все цифровизуется. И плюс, есть интернет-магазины, которые более-менее развиваются. Сегодняшний опрос показал, что на грани исчезновения находится множество профессий. Лично я считаю, что уже совсем скоро невостребованной станет работа кассира на вокзалах или в аэропортах. Все потому, что люди чаще берут билеты на самолет или поезд на интернет-ресурсах. Данил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням.